Ребята, всем привет! С вами я, Кристина, и в этом видео мы с вами будем делать прикольный фиолетовый образ. Или, можно сказать, мы с вами будем делать фиолетовый макияж. Я вдохновилась вот этими очками. Вот такие вот у меня классные фиолетовые очки-сердечки. И я вспомнила, что они у меня есть. Мне надо что-нибудь классное придумать как образ. И я такая, давайте накрасимся. Поэтому я предлагаю уже начинать. Но перед началом этого видео не забывайте подписываться на все мои соцсети. На мой лайк, на мой инстаграм и на мой ютубчик. Поехали! Итак, для начала наносим консилер. Я наношу консилер под глаза и тушую. Итак, ребята, консилер готов. Сейчас с вами будем приступать к бровям. Я их крашу вот такой вот тушью для бровей. Также вот такой вот палеточкой. Расчесываю брови вот такой вот кисточкой. Ну и как бы самой вот этой кисточкой я крашу брови. В общем, поехали. Я беру палетку для бровей, крашу брови, сверху тушью для бровей, расчесываю, иногда консилером подправляю. Итак, ребята, я попыталась нормально накрасить брови, как-то мне это самое тяжелое, и я думаю, нормально, оставляем. Давайте дальше. Теперь у нас идут стрелки. Для меня стрелки одно из самых легких. Ну, как я и говорила, как по мне, самые тяжелые это брови, поэтому даже их я красила дольше, чем стрелки. Вот стрелки я сделала буквально за 30 секунд. Они очень быстро получились, вроде красиво, поэтому оставляем. Дальше мы будем с вами красить глаза, ну как брови, какие брови. Мы с вами будем красить глаза, я хочу накрасить уголок глаз фиолетовый. Надо именно выбрать такой оттенок, постараться, который вот... Ой, немножко. Они не одеваются. Ну, короче, вот как-то так. Они очень хрупкие, я их постоянно боюсь снимать. Вот они просто, посмотрите. Они просто очень хрупкие. Я к ним очень аккуратно отношусь, я очень за них переживаю, поэтому очень аккуратно. Так, сейчас нужно выбрать оттенок. Наверное, пусть будет вот такой. Я взяла кисточку, которая мне нужна. Так, набираем. Набираем. И надо постараться аккуратненько в уголок глаз. Не так. Мини-процесс. В общем, я сделала что-то непонятное и думаю, оставляем. Какая разница? В принципе, выглядит не так уж и плохо. Теперь нам нужно подкрасить ресницы. Я беру керлер и подкручиваю их. А перед тем, как завивать брови керлером, я его мою, чтобы там не оставалось туши. А потом подкручиваю ресницы. Готово. И подкрашиваю их. У меня, кстати, это тушь, тут написано non-stop. В общем, кто понял, тот понял. Я очень люблю, когда ресницы яркие и длинные, поэтому я крашу в несколько слоев сразу. Так же, как вы увидели, когда я крашусь, я обычно иногда даже пою. Вроде неплохо. Итак, ребята, готовы. Кстати, я сняла повязку, потому что она немножко давит на голову. Вот. Ну, кстати, сквиз. В общем, и сейчас нам нужно нанести румяна. Наносим румяна. Я их наношу на нос и на щеки. Итак, ребята, сейчас нам нужно нанести хайлайтер. Вот, у меня вот такая вот палеточка. Так, наносим... Ой. Наносим на нос. Вот сюда, на кончик носа. И вот так вот. По вот этой вот части носа и легонько растушевываю. Нос я крашу пальцем хайлайтер, потому что кисточка не очень удобная. Но иногда я, кстати, пальцем крашу щеки. Итак, одна щека, вторая. Тушуем даже вот так вот легонько. И еще всегда я наношу на носогубки. Готово.
Ну и последний штрих – это губы. Я нашла вот такую фиолетовую какую-то помадку. И еще вот такой вот такой блеск от Lucky Style. Сначала я попробую накрасить этой помадой, потом сверху блесточку. Откроем. И начинаем красить. Фиолетовая помада вообще ужасная, поэтому я накрасила блеском. В общем, ребята, с фиолетовой помадой что-то пошло не так, она вообще ужасно красит. Я ее стерла, и у меня на губах остался оттенок, поэтому я просто решила сверху добавить блеск. И, в принципе, получилось неплохо. В общем, вот такой вот макияж у меня получился. Сейчас я подберу себе прическу, лук. Подберу лук, сделаю прическу и к вам вернусь. Ребята, я вставила видео, которое я сняла в лайк с этим образом. Вот такой вот классный получился образ. Мне очень нравится, и видео классные получились. Вот, поэтому видео из лайка. Вы переходите на мой лайк, обязательно их лайкайте, подписывайтесь. Ну, а я уже буду заканчивать видео. Всех люблю, всем пока-пока!